Детское радио представляет. Коля, Тима, Женя, Маша, Константин, Сергей, Филипп, Вася, Оля, Зина, Даша, Джонни, Мэри, Сэм, Архип, Света, Ира, Лена, Петя, Витя, Марк, Денис, Антон. Много есть имен на свете, может, целый миллион. Что значит «наши имена»? Веснушечка, ты что, заболела? Нет, а что? Ну, просто я вижу, ты лекарства принимаешь какие-то. Я уже забеспокоился. Да нет, это не лекарства, а витаминки. Мне врач назначил. Они нужны, чтобы поддерживать здоровье. Ну вот, почитай. А, ну ладно, ладно. Раз врач, значит, все хорошо. Да и вообще логично. Вита – это ведь жизнь. Правда? А я одну девочку с таким именем знаю. Вита. Повезло ей с именем, ведь она сама жизнь. Оу, а на каком это языке? На латыни. Мужской вариант «витус», женский «вита». Ага, значит, существует и мужской вариант имени. Ну, у нас в стране, пожалуй, это редкость. «Вита» как раз наоборот набирает популярность. И как самостоятельное, и как сокращение. Да? Виту, которую я знаю, вроде как так и зовут. А от каких имен это сокращение? Я слышал, как так называли девочек с именами Виктория, Викторина, Виталина. Послушай, Виктория – это же обычно Вика. Слушай, по-разному бывает. Ты вон вообще Весна, а называют тебя Веснушка. Да, это точно. А имя Виталина звучит красиво. А помнишь, мы когда-то о нем уже говорили? Это ведь женский вариант имени Виталий. В принципе, эти имена однокоренные. Но если Виталина – это полная жизнь, то Вита – это жизнь. Но как же все-таки интересно узнавать историю и значение имен. Вот тут я полностью с тобой согласен. Слушай, а мужской вариант имени Вита – это Витус. Это на латыни. А у нас, скорее, вид. В разных странах встречаются свои варианты. Вито, виту, вид. А в Германии вообще файт. Ого, файт – это вообще другое имя. Не-не-не-не, Весночка. Пишется оно просто через В. Файт. А читается файт. Да, порой бывает сложно догадаться, что имена родственные, если не знаешь языка. А расскажи об известных людях с этим именем. Мне вот что-то никто в голову не приходит. Но наверняка же есть. Есть, но немного. Например, была такая английская писательница Вита Секвелл Уэст. Она написала поэму «Земля», за которую, между прочим, получила премию. Еще она была садоводом. Земля, сады. Как это подходит к ее имени? Согласен. Что значит «наши имена»?